Здравствуйте, уважаемые десногорцы. Я думаю, что у многих еще в памяти наше празднование Дня города 2016 года, когда среди демонстрантов шла необычная колонна. Колонна, где вместе шли старшее поколение и молодое поколение. И эта колонна была участников проекта «Слава Созидателей». А затем у памятника первостроителя, держась за руку и герои фильмов, и те, кто эти фильмы создавал, получали признание за свое участие в этом проекте и от представителей госкорпорации «Росатом», от руководства Смоленской атомной станции и администрации города Десногорска. Учитывая важность данного проекта, который заключается в увековечивании истории становления и создания атомной отрасли и конкретно нашего любимого города Десногорска, Общественный совет госкорпорации «Росатом» принял решение 2017 год – это год вновь старта проекта «Слава Созидателя». Идея данного проекта на территории муниципального образования была поддержана директором Смоленской атомной станции Павлом Алексеевичем Лубенским и главой муниципального образования города Десногорск Смоленской области Андреем Николаевичем Шубиным. Какие же цели преследует этот проект? Это прежде всего сохранение памяти о жителях нашего города, те, которые участвовали в его строительстве и в строительстве Смоленской атомной станции. Это передача молодому поколению знания и опыт старших. Это воспитание молодежи в духе верности Отечеству, уважение к старшему поколению. Благодаря проекту 2016 года в городе сформирован архив в виде интервью с работниками предприятий и учреждений нашего города. Этот конкурс призван привлечь молодежь к творческой активности, популяризировать становление и развитие городов в присутствии атомных станций. История нашего города – это история наших людей. Ее нельзя забывать, о ней всегда нужно помнить. С условиями проекта «Слава Созидателя», а именно конкурса видеороликов, можно познакомиться на сайте администрации города Десногорска, на сайте Комитета по образованию и образовательных учреждений. Конкурс проводится в соответствии с положением, утвержденным постановлением главы муниципального образования. Утвержден и план мероприятий, и рабочая группа по проведению муниципального этапа. Как координатор муниципального этапа нашего конкурса, я хочу обратиться прежде всего к тем, о ком наши дети будут снимать свои фильмы. Сейчас мы уже работаем с предприятиями и учреждениями нашего города и обратились к ним с просьбой оказать нам содействие в предоставлении информации о ветеранах, которые работают или когда-то работали в этих учреждениях. Но мы боимся, что данная информация может быть неполной, поэтому мы обращаемся к ветеранам нашего города, к педагогам, врачам, строителям, работникам атомной станции, ко всем тем, кто считает себя созидателем нашего города. Мы готовы выслушать истории вашей жизни, связанные с городом Десногорском. Мы готовы записать ваше интервью об одном из запомнивших вам дней или событий, или просто записать историю одной вашей фотографии. Вы можете заявить о своем желании стать героем видеоролика, обратившись в одну из наших школ или в Комитет по образованию. Только вместе мы сможем подрастающему поколению привить любовь к малой родине, к своему городу. Только вместе мы сможем подрастающему поколению привить любовь к малой родине, к своему городу, привить уважение к старшему поколению, чувство ответственности и желание быть хорошим гражданином своей Родины. Пожелаем проекту «Слава Созидателя» хорошего старта. И я обещаю, что мы еще не раз будем встречаться в эфире и с участниками проекта, и показывать уже отснятые видеоролики. Я думаю, что нашему проекту «Слава Созидателя» в нашем городе быть. Всего доброго!